А, здорово, чуваки! Это снова прохождение старой доброй игры Готика. Музон страшненький. Нам сейчас нужно в болотный лагерь. Назад. После того, как мы ликвидировали этого сумасшедшего идола Люкора. Рехнулся он совсем, бедняга. Но сначала я вылечился. Звук, правда, очень громкий, когда он лечится магией-то. Так, чё-то неохота мне бежать. Сейчас сиганем в воду. Да прямо в лагере окажемся. Плюх. Хотел мимас один сказать, да не могу. Матерный. Может, вы его уже знаете? Кто знает, такой мимас, наверное, уже догадался, какой я хотел сказать. Ой, вот правда проблема. Хрена с два выберешься теперь из этой воды. А, не, вон берег. О, добрался. Выспимся сначала. Отлично. Ну что ж, нужно найти этого, ну, как его там? Как же его зовут-то? А! Корангара. И сказать ему, что идол Люкор долбанулся. Не в прямом смысле. Вот, Корангар. Ты прав. Я не верю, что его поступок был вызван волей спящего. Такого не может. Невозможно. Неважно. Главное, что идол Люкор не смог осуществить свое намерение. Теперь вся наша надежда на Юпилиона. Как делать Юпилиона? Сам он не сможет проснуться, он быстро слабеет. Я знаю, что может его разбудить, но для этого мне нужна твоя помощь. Как я могу тебе помочь? Найди мне болотную целебную травлю. Принеси мне 5 самых действенных из них. И, пожалуйста, поторопись. Что он, интересно, имел в виду, когда говорил? Это такого не может, невозможно. Да вообще-то я знаю, что это. Чё? Я же уже говорил вам, что прошел эту игру. Так чё уж мне прикидываться-то? Ой, ну я просто хочу и прикидываюсь. Не буду пока говорить, вы это сейчас сами скоро узнаете.
Да. Вот только меня прогулка по болоту, кишащему болотожорами, совсем не радует. Помните, я в тот раз, когда мне велели убить всех шершней на болоте, я еле удирал от этих тварей. Даже матерился. От того, что они там повсюду. Я их даже сейчас мочить не могу. Они моего оружия вообще нифига не боятся. Они боятся одной магии, но не буду я их пока мочить. Я их буду убивать позже. Ой, болотожор. И к тому же у меня сейчас этой магии только свитки есть. Магия эта называется Огненный шторм. Вот ее они боятся. У меня есть такие свитки, но они мне для других дел пригодятся. Так, главное сейчас на болотожора не напороться. А этот жирный ублюдок ползает прямо здесь и охраняет растения. О-оу, он ползет сюда. Уматываем. По-моему, он меня заметил и идет за мной. Слава богу, мне удалось смотаться. Но траву я ту не собрал. А этот жирный ублюдок опять лезет сюда. Эй, жердяй, давай проваливай отсюда. Ой, этот ублюдок еще и меня заметил. Ну как же мне пробраться через него? Стоп, кажется, он уполз. Ой. Он не боится моего оружия. Вот сами посмотрите. Видите? Я ему вообще урона не наношу. Застрял. Да и стрелы тоже ни черта не сносят. А, не могу я никак. Ладно, попробуем поступить иначе. Хватаем траву и сматываемся отсюда нафиг. Я забрал мое растение и оставил болотожора с носом. Сегодня никто из вас меня не сожрет, понятно вам? Никто! О, шершень. Давайте замочим его.
заберем. Так. Здесь есть целебная трава. Нет. Вот здесь-то ее как раз-таки нету. Там я ее уже собирал. Там был этажер ползает. На которого натыкаться мне совсем не хочется. Вот еще. Так, а я нужный собираю. Ага, две. Кажется, это и есть самый сильный сорт. Написано. Понятно. Вон там еще один берег. Возможно, там есть трава. И болотожор. Фух. Я сумел избежать встречи с ним. Валим отсюда! Блин, болото замедляет мой шаг. Сейчас вылезем на берег и... Рон! Ползет за мной. Да фиг ли он так далеко за мной лезет? Я уже давным-давно от него смотаться должен был. О, все. Да нет, он все еще лезет ко мне. Ладно, сейчас заведем его в болотный лагерь к стражам. Они-то уж ему дадут просраться. Эй! Страж! Помочь мне не хочешь? Давай. Не одолеть? Да, это пипец. Во, давайте! Мочите гада! Зашибись. О, и растения я все собрал. Съем-ка тоже целительных трав. Они мне самому не помешают. А мы обшарим труп болотожора и соберем с него его шкуру. О, повезло мне. Ничего, вот когда... Я куплю эту руну и изучу пятый круг магии.
Или четвертый нужен? Да, там нужен четвертый. Вот тогда-то я и смогу ее использовать против болотажеров. Но и тогда я их не сразу буду мочить, а потом. Они мне пригодятся еще. Спасибо. Подожди, в чем дело? Возьми рунный знак нашей благодарности за твою помощь. Она даст тебе возможность быстро перенестись на площадь перед нашим храмом. Площадь портала... Тьфу ты, хотел сказать, руна портала в болотный лагерь. Все. Юберион мертвый. Поняли теперь, что я хотел сказать? Спящий на самом деле злой демон, а не то, чем представляли его себе болотные... Ну вот эти вот, люди из болотного лагеря. Да, вот только Корголом, похоже, так не считает и сам пошел пробуждать его. Поэтому нам его нужно будет остановить. Но это позже. А пока нам надо забрать из его лаборатории юнитор с альманахом и отправиться к магам воды. А точнее в новый лагерь, ведь они там живут. Так, а сколько у меня очков обучения? Только 10? Нет, пока еще не хватает. Где тут находится лаборатория Корголома? Вон там. А что я тогда здесь делаю? Мне ж в другую сторону. Самый Каин, ученик Корголома. Он мне что-нибудь путное скажет? Нет. Только сидит, стоит и курит свой болотник. Smoke weed every day. Талос этот. Мелвин. А, помните его? Из старого лагеря. Ха. Похоже, он сменил имидж. Но тут ничего удивительного, у всех сектантов тут такой имидж. Юнитор, альманах. Отлично. А в этом сундуке что-нибудь есть?
Рецепт Голома? Ха. Мы ж уже доставали его оттуда и относили тому торговцу в старом лагере. Да, очень странно. Ну, он нам пригодится. Ну что ж, идемте в новый лагерь. Я уж не буду снимать дорогу туда. А то много времени потеряю зря. Искать Кронос, он прямо там. Что ж, сейчас мы с ним поговорим. Заодно и купим у него что-нибудь. Послание для Сатурса. Да. Юберион мертв. Плохо. Ну и? Ладно. А вот еще. Гуру выяснили, что все это время они молились злому демону. Вот он где.
важные новости из лагеря братства. У меня есть важные новости из лагеря братства. Если тебе сам голос разрешает эту встречу со мной, значит случилось что-то действительно важное. Да. Вот он.
еще больше эликсиров. Да, правда, стоят они, конечно, немало. Оплатить мне нечем. Все. Искать юниторы мы будем в следующий раз.